говорил. Что интересно, момент, Суарес, 1-1. Пока я смотрел статистику Карлоса дель Серра Гранде, прошу прощения, Барселона забила мяч. Это делает Луис Суарес. Первый гол в 2020 году забивает Луис Суарес. И быстро Барселона счет сравняла. Как хорошо, что я успел озвучить. Положения игры не было. Передача классная от Жорди Альбы. Посмотрите, как Суарес в касание мяч в ближний угол здорово переправил. Что Эспаньол, команда, которая, если забивает первый, еще не значит, что она эту встречу выиграет. Ну, а впереди еще много времени, чтобы...